Здорово, здорово, дорогие друзья, с вами Мотобусы, и сейчас я вам расскажу, как поднять FPS в играх, во всех играх. Подпишись на мой канал, если еще не подписан, и погнали. Первое, это закрытие фоновых приложений. Закрытие фоновых приложений, это, сейчас расскажу, что. Фоновое приложение, это когда вот вы запускаете свою систему, запускаются некоторые приложения сразу с вашей системы. И они поджирают оперативку, там, новую видеокарту, процессор. Есть много разных приложух, чтобы закрыть фоновые приложения. Если вы их закроете, у вас FPS нормально поднимется. Второе, это удаление ненужных приложений и игр. Если вот у вас дофига приложений и игр, вы в эту игру вообще не играете, просто она у вас осталась, просто ее удалите. Удалите также приложения ненужные, поищите там, покопайтесь в компьютере. Вот, смотрите, Windows 10 это делается вот так. Правая кнопка мыши, панель управления, заходим в программы и компоненты и там удаляем. Третье, это удаление ненужных папок с остатками информации от удаленных ранее игр и приложений. Такое тоже бывает, что удалил ты полностью игру, а там осталось сохранение. Просто берешь мой компьютер, диск E, диск C, заходите и ищите эти сохранения и ненужные вам файлы и удаляете. Четвертое, это дефрагментация диска. Дефрагментация диска, это она включает в себя, она находит маленькие-маленькие там папочки или какие-то там, как правильно сказать, ненужные, ну не приложения, а как там, какую-то частицу, например. И она с одной частицы в другую, и получается больше частицы. И она полностью потом это удаляет. Пятое. Это удаление или полное закрытие антивируса. Антивирус тоже жрет много оперативки. Он еще препятствует записи некоторых игр. Ваши игры могут с тем или иным антивирусом нестабильно работать. Закройте антивирус, и у вас сразу же 5-10 FPS примерно на игру плюснется. Шестое. Это всем понятное понижение графики в игре. Если у вас были максималки, делайте на среднюю, на минималку. И FPS сразу подрастет. Но это всем понятно. Седьмое. Это делайте очистку реестра. Очистку реестра можно сделать в такой программе, как Unvanced, сейчас скажу, 20 System Care. Тут можно сделать эту очистку реестра. Заходите, находите и очищайте реестр. С вами был Мотобустер. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк на это видео. До скорых встреч!